Как в борьбе с аллергией помогут продукты Тинториум? Компания Тинториум разработала специальную профилактическую программу «Жизнь без аллергии». В нее входит 6 продуктов. Бальзам Апихит – это универсальный натуральный сорбент, созданный на основе хитозана пчелины, который связывает и выводит из организма токсичные чужеродные вещества, облегчая состояние при аллергии. Хитозан улучшает дренажные свойства, то есть способность к очищению лимфатической системы, по современным взглядам врачей, являющихся основным местом скопления токсических веществ и наиболее трудно поддающейся детоксикации. Хитозан обладает уникальной способностью связывать, адсорбировать и выводить из организма жиры, токсины, соли тяжелых металлов, компоненты минеральных удобрений, химических красителей, лекарственных средств, радионуклидов, способных накапливаться в организме. Продукты пчеловодства и активные вещества дрожжей бифидохлебина способствуют восстановлению микрофлоры кишечника, улучшая усвоение питательных веществ, помогает очищению организма от компонентов, вызывающих аллергию, задерживает рост патогенной микрофлоры, оказывает благотворное влияние на восстановительные процессы всего организма. Растительные экстракты дрожжей гепатолинум способствуют регенерации клеток печени, главного чистильщика организма, помогает пищеварительной системе самоочищаться, защищает организм от воздействия токсинов, вызывающих аллергическую реакцию. Дрожжей прополит – гранулированный пилоид. Он оказывает мощное сорбционное действие. Пилоид поглощает вокруг себя жидкие газообразные токсины, запахи, газы и убивает болезнетворных микробов, способствуя выведению их из организма. Пилоид образует защитную пленку на слизистой пищеварительного тракта и благотворно влияет на микрофлору кишечника, способствуя полному усвоению пищи. Медовая композиция «Апиток». Сочетание меда, прополиса и маточного молочка помогает усилить антиоксидантную способность организма, проявляет противовоспалительные свойства. Бальзам APV помогает поддерживать в здоровом состоянии ваш организм, являясь природным безопасным адаптогеном и антибиотиком. Какие преимущества программы? Первое – это натуральный состав. В программе нет синтетических компонентов, гормонов и антибиотиков, только натуральные компоненты. Благодаря этому она безопасна для гормонального фона, сердца, печени и микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Второе – это безопасность для детей, беременных и кормящих. Программа мягко воздействует на организм, поэтому безопасна для детей, будущих мам и плода, а также позволяет продолжать грудное вскармливание во время прохождения курса. Третье. Комплексное действие на организм. Компоненты программы выводят из желудочно-кишечного тракта аллергены, радионуклиды, оказывают противовоспалительное, иммуномодулирующее действие и являются источниками макро- и микроэлементов. Четвертое. Сохраняет бодрость и работоспособность. Принимайте программу, не боясь снижения концентрации, появления сонливости или привыкания. И пятое. Подходит для регулярного применения. Программу можно принимать в течение всего года, не опасаясь привыкания. Рекомендуемое время приема – это перед началом весны, затем 3-4 раза в год. Как принимать программу? Если вы раньше никогда не принимали продукты пчеловодства, позвольте пищеварительному тракту и иммунной системе привыкнуть к программе в течение 2 недель, прежде чем достигнуть нормальной терапевтической дозы. Мы настоятельно рекомендуем в течение первых 2-3 недель принимать его в минимальных дозах после еды в тщательно растворенном в воде состоянии. А обычная схема приема такова. Первое – это бальзам Апихит по 5-7 капель 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Медовая композиция «Апиток» по 1/2 чайной ложки 2 раза в день под язык в первой половине дня за 20 минут до еды. Через 10-15 минут после приема бальзама «Апихит» принимаем дрожжей гепатолину по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды, бальзам «APV» по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды, дрожжей прополит 1/2 чайной ложки или чайную ложку 1-2 раза в день, забивая большим количеством воды. Это 2 стакана воды одномоментно.
После приема еды завершаем программу «Драже бифидохлебина» по одной чайной ложке 2-3 раза в день после еды. На этом все. Спасибо за просмотр.